Экстренное предупреждение. Екатеринбург в выходные завалит снегом. Возможно, даже по колено. На Урал движется Поволжский циклон, который уже подкинул проблем центральным областям России. Горожан просят не выезжать на улицы на личных автомобилях и не оставлять их на дорогах, чтобы не мешать уборке. Впрочем, привет Екатеринбургу аномальные осенние снегопады уже передали. Осадки начались накануне вечером и не прекращались всю ночь. Из-за этого на дорогах города и области произошло больше 300 аварий. На заснеженном Тюменском тракте столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель последний до сих пор не переобулся к зиме. Слет любителей летней резины случился и на дублере Сибирского тракта. Разворачиваясь, машина улетела в кювет. Бессонная минувшая ночь выдалась не только у автоинспекторов, но и у коммунальщиков. Город от снега чистили 150 единиц техники. Они уже вывезли 250 тонн осадков. В предстоящие сутки количество уборочных машин увеличат на треть. Все предприятия заведены в режим почти близкий к чрезвычайной ситуации. Сегодня в ночное время усиленный выход техники, превентивная обработка дорог противогололедными материалами, обработка тротуаров мелкофракционным щебнем. Тем временем спасатели пытаются укротить другую стихию – огонь. В холода количество пожаров увеличивается в разы. Прежде всего, земля под ногами горит у бездомных, которые пытаются согреться. Об опасности их сегодня инспекторы предупреждают лично. Сотрудники МЧС прошли по местам проживания бродяг и посоветовали им следить за кострами и обогревателями. В такой обстановке можно, если не сгореть, то задохнуться.